О, это что-то интересненькое, хахашка единорога. Привет, мои дорогие подписчики, и ты понял, что сегодня речь пойдет о сладких единорогах. А вернее, я хотела посмотреть вот эту вот хахашку от единорога. Вот именно из-за нее я сделала сегодняшнее видео. Но ее я покажу чуть-чуть попозже. А, ну еще и мармелад чивава я не раскрывала. Посмотрим, что там. Ну что, поехали? Начну с этих единорогов. На мой взгляд, они самые простые. Это драже. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Розовая упаковочка, вернее розовый единорог у нас с закрытым глазом, а голубой с открытым глазом. Драже очень твердое, и его надо рассасывать. Теперь следующий у нас единорог лучистик, леденец. Он двух вкусов, голубика и виноград. Я раскрою виноград сначала. Здесь у нас открывается. Кстати, и еще имеется неоновая палочка. Глаз такой красивый. Так, что у нас здесь? А у нас белый единорог с фиолетовой гривой. Палочку сейчас, конечно, разломаю, но она не будет светиться. Вернее, не видно, как она светится. Это нужно делать в темноте. Интересно, а у голубого единорога грива тоже фиолетовая? Или все-таки голубая будет? Голубика как-никак. Что-то у меня застопорилось. Не могу открыть. И здесь у нас единорог с голубой гривой. Такие две единорожки и тык-дык-тык-дык-тык-дык-тык-дык-тык-дык ускакали от нас. Ну и теперь многим известные слезы единорога. Это жидкая карамель. И хоть она здесь и двух цветов, но вкус один. И цвет карамели, по-моему, один. И открою я теперь. Какую же открыть? Левую, правую, левую, правую, левую, правую, правую. Ну, нравится мне фиолетовый цвет. Или сиреневый. Открываем, смотрим. На руку, как всегда у меня. Ну, обычная жидкая карамель. Наверное, клубничная. Сейчас пойду мыть руки. Ну все, руки помыла. Теперь мы принимаемся за следующую вкусняшку. Как я говорила, на этот мармелад чивава я хотела посмотреть, ну и вам показать. Вкус йогурта, как я поняла, открывается легко. Ну, я надеюсь, что и мармелад будет вкусный. Во всяком случае, по отзывам его хвалят. Ой, а где же наш рог? Ну, у этого чуть получше. Возьму другой, с желтеньким цветом. О, ну здесь вообще классный рог. Как вам сказать, ну у меня были единороги мармеладные и покрасивее. А вот этого единорога я вам 300 раз показывала. Показывать сейчас или нет? Мне моя компания сказала, что показывай, раскрывай. Ведь единороги одинаковые, а содержимое-то разное. И неизвестно, какой там сюрприз будет. Ну, мне уже и самой интересно. Шоколадная паста с печеньком. Вижу расчесочку, гребешок розовый. Интересно, для кого он? Что ли, кого-то расчесывать надо будет? Смотрим на игрушку. Так, это ложечка для пасты с печеньком. Здесь, по-моему, инструкция должна быть. Раскрываем. И что-то нужно складывать. Да, вон инструкция. Ох, как мне тяжело всегда складывать. Я всегда долго соображаю. Почему-то у меня так получается. Ну, так и здесь. Складывала я его, этого котика,
примерно 10 минут. Никак не могла сообразить. И у меня будет это не котик, а кошечка, которую зовут Маркиза. Так. Так, ну тут уже у меня начало получаться. Головка, туловище, одна часть, передняя и будет задняя у нас часть с хвостом. Возьму гребешок и причешу ее. Ах да, ее еще надо покормить. Ой, вся в шоколад вымазалась. Давай я тебя вытру. Так, короче, надоела ты мне уже, пошла я от тебя. Ну спасибо, я ее собирала. Ладно, перейдем к другой вкусняшке. Никак не открывается, прибегну к помощи инструмента. Канцелярский нож. В этот раз не ножницы. Что ж у нас там за сюрприз будет? Тоже в первый раз открываю, между прочим. О, палка сломалась. Так. Чупа-чупс. Вернее, карамель на палочке. И тут еще что-то, и еще что-то. Ну, нарисовано было 4 в одном. Вернее, написано. Сейчас эту карамель выдернем. Ой, сломала. Вообще тяжело. Фух, наконец-то. Вот же делают. Тут без помощи взрослых не разберешься. Это пакетик взрывающейся карамели. Куда мы его высыпем? В полусферу. От сюрприза. Такая же карамель, вторая. Зачем две одинаковых карамели взрывающихся? И плюс татушка. Непонятно, что это нарисовано. Ой, ну а я перехожу к главному элементу. На рисунке какие-то дракончики. Сейчас я тебя соберу. Вот его-то я быстрее собрала. Причем намного быстрее. Но здесь у меня появилась совсем другая проблема. Я не знала, как прикрепить эти рожки. Я и на голову их пробовала, и сзади, и спереди, и как бантик они у меня получались. Я не знала, что с ними делать, пока не посмотрела в инструкцию опять. И оказалось, что это крылышки. Да, вот так вот решилась задача. Порой я себя очень ругаю. Ведь это же так просто, как я не могла раньше додуматься. Эй, привет! Ухожу я от тебя, долго ты меня собирала. Ой, ну и ладно, у меня еще единорог есть. А вот этот единорог от Jelly Belly, это очень известная американская фирма. И здесь очень вкусный леденец, сам единорог. Но я не понимаю, что-то производители здесь не учли. Голова единорога, вернее сам единорог, не влазит в эту бутылочку с пудрой. Вот так. Но я придумала по-другому. Ведь изначально он же был накрыт крышечкой, которая на него надевалась. Вот туда мы пудру и пересыпем. И обхитрим всех. Ну что, как? Сейчас я возьму стаканчик с водичкой, окуну туда единорога, ну, чтобы побольше пудры потом захватить. Ах, и этот на меня обидится. Ну, а вообще-то мне этот эксперимент понравился. Окунаем, засовываем тщательно, чтобы больше набралось кисло-сладкой пудры. Она такая вкусная! И вуаля, нашего единорога не видно. А значит, все хорошо получилось. И вот это дело надо, конечно, обсасывать, а не в воду макать. Пока-пока, единорог. Мне нужно показать последнюю вкусняшку. Собственно, ради чего я и сделала это видео. Хахашка единорога из мармелада.
На рисунке у нас хахашки смеются. Ну а на самом деле они не смеются вообще-то. Сейчас я вытащу, и вы сами все увидите. Здесь у нас три цвета. Голубая хахашка, бордовая хахашка или фиолетовая. И, так, голубая, где бордовая? Ну вот, да. И розовая, где же розовая? Розовую попробую найти еще. Вот она, розовая. Самая красивая. А может и нет. Это кому какой цвет нравится. Я разрежу все упаковочки. Розовую, голубую и бордовую. Ну, чтобы вам нагляднее показать. И вуаля. Никак не достанут. Ты посмотри. Она еще тут в тарелочке. Такая красивая у нас хахашка. И раскрываем оставшиеся голубую и розовую. Тоже в тарелочках. Ну а теперь я хочу, конечно, их разрезать. А вдруг они с начинкой? Нет, мармелад оказался без начинки. Но все равно он очень вкусный. И то, что я хотела вам сегодня показать, я показала. А вы в комментариях пишите, что вы хотели бы еще увидеть. На что сделать обзор. Да, и не забудь поставить лайк, если понравилось.